фестиваля Golden Times. Я Марина Унил Спенсер, член вашего жюри танцевального и вокального в том числе. Вот, и готова с вами немножко поговорить по поводу ваших результатов, результатов вашего конкурса. Итак, номер один – «Кураж». У «Куража» здесь было у нас три номера. Первый номер получает 9, второй 8, и третий номер получает 9 с плюсом даже. Единственный минус, хотела сказать, очень хорошие танцы, мне очень понравился коллектив. Хотелось бы пригласить вас на наши фестивали. У нас будет в июле здесь фестиваль, поговорим через участников Golden Time, обсудим все это дело. Но вот видео было снято очень далеко, поэтому не видно эмоции, не видно лица. И вот там даже в некоторых моментах непонятно, мальчик танцует или это девочки крупные, переодетые мальчиками. Вот хотелось бы видео получше качества. А так молодцы, очень хороший коллектив. Вот. Дальше, номер 4, восьмерка поставила. Не вместе, значит, это номер 5. Агафонова Маргарита Хилартус. Современный танец 9. Оценочка 9. Работать над выворотностью стоп. Вика Гусева, 7, тоже работать над выворотностью голени, голеностопа. Дибан Ульяна Хайларита с ансамбль, 8. И дальше два номера, Хайларитес и еще раз Хайларитес. Я поставила 9 и 9, детки 6-9 лет, молодцы, хорошо отработали, тоже неплохой коллектив, акробатика. Значит, Светлана Шестопал, семерочка, разнообразнее, побольше трюков. Все-таки уже девочка взросленькая, надо показывать свои возможности физические. Олейник Анастасия, 10 вам. Очень мне понравилось ваше выступление. Ансамбль «Кураж», еще раз повторяется, оценка 9. Дальше пошли Диана Снежко, два номера у нее было. В первый номер я поставила семерочку, второй номер восьмерочку. Дальше, Кимишев Кирилл, база классическая, очень хорошо смотрелся мальчик, побольше растяжки, побольше флексибилити. Я поставила 10, небольшой минус поставила за растяжку, а вообще номер неплохой на базе классики, молодцы. Дальше, Александра Олейник, 9, Виктория Снитлер, 8. Дальше, Proof of Dance, 7. Цветы Алтуда, 7. Цветы Алтуда, второй номер, 9. Получше, посильнее. Маргарита Скачкова. Очень мне понравилась девочка. Я бы даже поставила в танцевальном варианте гран-при. Я поставила 10+. Кавказ на цирковой площадке. Опять-таки, видео поближе снимайте, чтобы было видно ваше лицо, ваши руки, ваши эмоции. Ольга Прысакова, индийские танцы, 9. Диана и Карина Аванесова, 9. Кураж, 10. Первая ваша 10. Молодцы, «Кураж». Еще раз повторяю, хотелось бы вас пригласить к нам на фестиваль в Италию. Номер 25. Алина Аракелян. Это пошел у нас уже вокал. 9. Та же Алина получает 10 за свой второй номер. Очень сильная девочка. И та же, и у Алины было 5 номеров. Третий номер я поставила 8. Чуть-чуть похуже, послабее. И два последних номера у Алины 9 и 9. Анастасия Богданова, 8, Арина Дарья Ильясова, 8, Арина Дарья Ильясова, 10, вариант песни «Бьорк» мне очень понравился, даже здесь тянет на 10 с плюсом, скажем так. Та же Арина Дарья Ильясова получает 9 за следующий номер, и дальше пошла Алина Гурская, 7, Алина Гурская, 9, Марта Калюк, немножко не в темп, 7, Анна Юркевич, 10. Даже Анна Юркевич мне очень понравилась. Вот первый гран-при в вокале для меня – это Анна Юркевич, 38 номер. 10 я поставила. И еще, и следующий номер у Анны Юркевич – еще одна 10. Молодец, умница. Все хорошо, костюмы шикарные, пела, двигалась. Вокал поставлен, тональность, работа видна. Очень такой западный вариант. Дальше, следующий номер – Карина Балалекян. Вот Карина, вот с этой Анной Юркевич разделили бы гран-при. Вот здесь я поставила 10 плюс гран-при. Девочка из Армении разделила бы с девочкой из Белоруссии гран-при, на мой взгляд. Дальше, та же Карина получает за второй номер 10. Потом пошел мальчик, Шемиков Александр.
тоже очень сильный участник, мне очень понравился. Он тоже бы вошел вот в эту троицу гран-при, если бы было возможно. 10 плюс я поставила. Дальше, Любинская, семерочка, Наталья похожа. И ее следующий номер, восьмерочка. Виктория Сухомясова, 7 и 9. Два номера. И Злата Валкевич, 8 и 9. Вот такие результаты. Ожидаем вас еще. Давайте, присылайте свои видео. Очень приятно вас видеть. Желаем успеха, здоровья и удачи в этом году. Спасибо, до свидания.